Только с начала года взрослый читательский зал Центральной районной библиотеки посетили более 5500 человек. Несмотря на доступность электронных носителей, книги по сей день пользуются популярностью. Кто-то в библиотеке берет произведения школьного курса, других интересуют научные издания. Спрашивают и художественную литературу. Все больше читателей отдают предпочтение современным писателям. Популярны сейчас современные писатели. Олег Рой популярен, Дина Рубина. Они все вошли уже в историю русской литературы как последователи пушкинского языка. Это очень приятно, что на самом деле в последнее время много литературы, написанной достойным, хорошим, красивым пушкинским языком. И это заслуга Александра Сергеевича. Не зря датой празднования Дня русского языка выбрали 6 июня, день рождения великого поэта, который признан основоположником современного литературного русского языка. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Эти строки великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин написал в 1825 году. И как в большинстве его стихотворений, главная тема этого послания – любовь. А вот насколько хорошо помнят видновчане творчество поэта, мы узнаем прямо сейчас. Сегодня день рождения Пушкина. Вы помните что-нибудь из его творчества? Пушкина? Да. Помню, но сейчас не скажу. Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый все ходит под себе кругом. Мороз, солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. А дальше я про это не помню. Я вас любил, чего же более еще могу я вам сказать. И пусть вас не тревожит. И так, так особенно не помню. Я к вам пишу, чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Там очень длинное. Подруга дней моих суровых. Голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых. Давно, давно ты ждешь меня. Ты под окном своей темницы горюешь, словно на часах, и дремлет поминутно спица в твоих руках. Не помню строчку. На морщенных руках. Да-да-да, именно. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа. И гений. Что-то такое. Два брата были. Сын ошибок трудных и опыт. Парадоксов вдруг. Да. Благодаря Александру Сергеевичу Пушкину русскую литературу знает весь мир. И пусть не все видновчане смогли сразу вспомнить стихотворение поэта. В судьбе каждого человека найдется место строкам Творца. Ведь он, как никто другой, понимал русскую душу. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.